Что ты по-быстрому еще расскажешь? Что, мы опять свинили? Блядь, ебали. Свинить вас, что ли, нельзя? Ну, задачи еще не выполнены, потому что... Да что-то с этими задачами задолбали, они вообще тут ни хера не делают. Слишком... Ну, извини, если мы начнем что-то делать, нахуй, нам придет пизда всем, нахуй, потому что это не в наших силах. Продавцы, я говорю, все сидят, ничего там особо никто не продвигается, чеченцы там все уже не могут успокоиться. Да, блядь, и их там разъебывали, что только не было. Бесится же Кадыров. Типа, зачем ему такое? Там уже кто выполнил задачи, они съебались уже отсюда. Ну, у вас задача, извините, такая сложная, может быть, и до конца вашей операции. Да. Ну, блядь, извините, целый город взять не хочется. Нам Мариуполь надо забрать. Я знаю, 8 лет не могли тут... Надо. Да, я же говорю, они 8 лет готовились там, блядь, и что мы там можем делать? Когда домой? Или я бы с радостью. Я с тобой спать боюсь, когда ты приедешь. Прибьешь меня еще ночью. Да не говори.